Друзья, приветствую! Меня зовут Виктория Бондарева, и я художник-иллюстратор. В этом видео я покажу вам, как нарисовать кольцо с драгоценными камнями. Рисовать мы будем кольцо из белого золота с розовым турмалином и усыпанное бриллиантами. Стоимость данного колечка 8 500 долларов, но гораздо дороже будет нашему сердцу увидеть шедевр на своем листе. Сейчас я расскажу вам про список основных материалов, которые нам понадобятся, чтобы изобразить данное кольцо. И затем мы с вами приступаем к карандашному рисунку. Итак, друзья, рассмотрим список материалов, которые нам понадобятся для воспроизведения данного кольца. Во-первых, я предлагаю вам распечатать референс в масштабе 1:1. Затем нам понадобится бумага. Я использовала скетч-маркер Bristol Pad, склейку А4 плотностью 300 грамм. И также я использовала 13 оттенков скетч-маркера. И черный карандаш, и белый карандаш. А также белую гелевую ручку. Сейчас мы с вами узнаем, из чего будет складываться наша основная работа. Во-первых, мы с вами детально изучим референс, выявим основные конструктивные линии, чтобы нам в дальнейшем было легче работать. Во-вторых, мы воспроизведем весь конструктивный элемент карандашом. И в-третьих, мы уже приступим с вами к работе в цвете. Итак, друзья, мы приступаем с вами к карандашному рисунку. И первая моя рекомендация будет взять референс в масштабе 1:1. То есть размер кольца на референсе у нас будет полностью совпадать с размером на бумаге, который мы с вами изобразим. А вторая моя рекомендация. Перед тем, как рисовать, необходимо всегда проанализировать изображение. Это нам даст большую точность в изображении карандашом и поможет избежать некоторых ошибок. Сначала нам нужно определить крайние точки нашего объекта по 4 основным горизонталям и вертикалям. Далее, после того, как мы нашли самые крайние точки, нам с вами необходимо отчертить основные горизонтали и вертикали. Далее мы с вами находим средние линии нашего прямоугольника. То есть вертикаль, которая делит наш прямоугольник ровно пополам, слева и справа. И горизонталь, которая делит наш прямоугольник тоже пополам, сверху и снизу. Далее мы находим эллипс, который лежит в основе нашего кольца. У этого эллипса мы с вами находим точки, которые примерно делят наше кольцо пополам. Более ровную линию прочертим. И вот эти вот тоже точки, которые являются примерно на середине нашего колечка. Следующая у нас конструктивная линия. Далее мы с вами простроим боковые линии, определим местоположение нашего розового турмалина. И далее мы уже с вами пристроим вот этот конструктивный элемент и этот. После анализа изображения мы переносим его на бумагу. Итак, переносим с вами изображение на бумагу. Начинаем с композиции, то есть определение
местоположение нашего колечка на бумаге. Чтобы наше кольцо не поехало ненароком куда-нибудь сильно влево, вправо, не очутилось у нас в углу листа, мы с вами должны этот прямоугольник перенести на наш лист ровно по центру. Как это сделать? Сначала мы с вами намечаем среднюю линию листа по вертикали и среднюю линию листа по горизонтали. Нам необходимо вписать этот прямоугольник. Здесь можно прибегнуть к использованию обычного листа бумаги, чтобы более точно перенести наше изображение. С чего мы начинаем? Мы начинаем с средней линии, мы замеряем ее по нашему листику и переносим основные точки на лист. Далее мы с вами меряем горизонталь и также переносим с вами ее на лист. Вот так очень быстро, не применяя линейку, мы с вами смогли перенести основные величины на лист. Дальше мы с вами отчерчиваем так, чтобы получился прямоугольник. И начинаем с вами с нашего основного эллипса. Что мы тут делаем? Сначала мы с вами переносим основные точки. Вот наша первая основная точка, вот наша вторая основная точка, третья основная точка и четвертая основная точка. Как эти точки быстро перенести на наш лист? Для этого мы определяем, например, вот местоположение этой точки у нас, насколько далеко находится от нижней горизонтали и центральной горизонтали. То есть примерно я понимаю, что эта точка у нас находится где-то здесь, да, относительно всего квадратика. Дальше. Вот эта точка, где у нас находится примерно? Насколько она отклоняется от вот этой линии и насколько она отклоняется от этой линии. Понимаю, что примерно она находится где-то здесь. Далее находим расположение этой точки. Мы видим, что она на одном уровне практически вот с этой точкой. Но может быть чуть-чуть выше. Так, вот ее мы определяем. Эта точка у нас находится примерно где-то здесь. Дальше прочерчиваем линии, которые мы себе наметили. И по уже вот этим вот основным точкам мы сейчас должны изобразить с вами эллипс. Как это сделать наиболее точно? Смотрите, вы можете сначала потренироваться вот прямо на самом референсе. Мы видим, что от точки до точки у нас идет линия вот такая вот, правильно? Значит, мы запомнили рукой, да, сначала на референсе, как она идет. Затем мы ее воспроизводим уже на бумаге. Так, следующая линия у нас идет от точки до точки вот таким вот образом. Сразу же переводим ее сюда. Так, следующая линия от точки до точки у нас складывается вот таким вот образом. И последний наш отрезок от точки до точки вот такой примерно. Еще раз корректируем наш эллипс, чтобы он был максимально точным и ровным. Все, мы с вами перенесли вот этот вот основной эллипс. Дальше уже будем цеплять к нему остальные элементы. Продолжим следующую линию вот эту вот.
опять мы с вами намечаем, на каких основных точках она находится. Мы знаем, что первая наша точка находится на самом эллипсе, вторая пересекается вот с этой линией, да, которую мы себе уже наметили, третья у нас где-то здесь, четвертая с основной линией, пятая вот тут и шестая здесь. Переносим снова эти точки. И уже по этим точкам мы с вами выстраиваем основную линию. Вот здесь я вижу, что у меня немножко отклонился кусочек. Я его поправлю. Смотрите, это нормально, когда в процессе рисунка вы видите, что у вас отклонился либо один, либо второй элемент. Мы всегда в процессе все сравниваем и поправляем. Дальше мы с вами цепляем вот этот вот элемент. Опять мы находим местоположение основных точек, которые нам необходимы. Опять мы видим, что вот эта точка у нас находится примерно на одинаковом расстоянии. Так, где-то она у нас вот здесь. Эта точка у нас чуть выше вот этой линии, находится где-то вот здесь. Смотрим, чтобы вот это расстояние было меньше, чем вот это расстояние. Почему? Потому что кольцо у нас находится в перспективе. И вот эту часть мы с вами видим ближе, вот эту часть мы видим дальше. Соответственно, вот это расстояние у нас всегда будет меньше, то, что мы видим дальше, чем вот это. Дальше, следующая точка у нас примерно где-то вот здесь. И это здесь. Опять также помогаем себе перед тем, как начертить саму линию, мы с вами запоминаем ее характер. Потренируйтесь прямо на референсе, почертите ее, вот как она идет прямо здесь. И эту линию также потренируйтесь прямо на самом референсе. Следите, чтобы у вас не было вот таких вот углов при рисовании эллипсов, потому что это достаточно частая ошибка новичков. И просто зная, что не нужно так рисовать эллипсы, вы уже так делать не будете. Дальше уже можно начинать изображать камень. Опять же, мы с вами прочертили у него средние линии. Видим, что вот эта точка у нас располагается примерно где-то вот на одном уровне вот с этой линией, да, чуть ниже середины линии. Эта точка у нас располагается примерно где-то по середине вот этой линии, и немножко мы отступаем. И вот эта точка у нас примерно тоже где-то вот на середине вот этой линии, и немножко тоже мы отступаем место. Только у нас, видите, все должно пойти в одну прямую линию. Я возьму, наверное, уже ориентир вот по вот этим двум точкам. Вот первая линия у нас получилась. Вот эта линия, теперь мы ее простраиваем, знаем, что вот эта точка у нас располагается примерно где-то вот здесь. Так, и также здесь еще можно сравнивать угол наклона, то есть вот так вот взять угол и просто перенести его вот сюда. Вот видите? Вот эта точка на каком расстоянии у нас находится. И вот, ну, где-то примерно здесь, да. Корректируем. Опять расстояние у нас тоже можно немножко померить карандашом и еще раз себя дополнительно проверить. Проверяем себя еще раз по расстоянию от точки до точки. В принципе, верно. И здесь тоже верно. Дальше мы с вами опять смотрим характер линии. Первая линия
Простраиваем ее. Вторая линия. Третья линия, точки до точки. Далее поправляем еще раз более цельным изображением. Нам осталось прицепить вот эти вот части кольца. Для этого мы опять с вами намечаем первая наша точка. Вот здесь вот она соприкасается. И абсолютно так же, вот так вот мы сначала характер линии с вами обозначаем, тренируемся. То есть где-то вот чуть ниже вот этой линии у нас находится эта точка вот здесь. И вот так вот у нас заворачивается и приходит примерно вот сюда. Вот эта точка, мы видим, что она чуть выше находится, чем вот эта точка, и немного вверх, то есть где-то примерно вот здесь. И вот так вот уходит у нас в само кольцо эта линия. Дальше видим такой вот треугольник, и тоже сейчас мы его с вами изобразим. Опять находим точку, следим за характером линии. Здесь у нас повторяет форму камня. И вот этот вот маленький треугольник, так как у нас, повторюсь, кольцо находится в перспективе, то вот эта часть у нас уходит от наших глаз вдаль, и мы видим ее гораздо меньше. Тоже повторяет у нас вот этот отрезок. И вот эта часть у нас намного меньше. Итак, после того, как мы с вами передали точно общую форму, мы уже можем приступить с вами к отрисовке деталей. К деталям относятся у нас вот эти вот держатели нашего турмалина. К деталям относится разбивка вот этих вот элементов камушка. И, пожалуй, еще вот эти вот части мы с вами в карандаше отрисуем и уже приступим к цвету. Отрисовка деталей. То же самое, тут такой же метод. Можно находить точки основных вот этих деталей и уже по ним выстраивать изображение. Итак, друзья, мы с вами закончили с карандашным рисунком. Предлагаю сделать его более точным, то есть убрать те линии, которые нам уже не нужны. Да, это вот эти вот линии построения, вот эти вот все линии построения. Все это убираем, чистим. И в следующем этапе мы с вами разграничим грани нашего турмалина и уже приступим к работе в цвете. Итак, мы с вами приступаем уже к работе в цвете. Предлагаю начать вести работу самых светлых оттенков и постепенно двигаться к более темным. Слева у меня будет палитра, в которую я буду вписывать все оттенки, так чтобы вам было удобнее отслеживать и вы не потерялись. Первый оттенок, который мы видим самый светлый, это маркер BR34. Буквально, как видим мы эти грани на нашем референсе, так мы сюда и переносим. По мере продвижения работы мы с вами нашим глазом будем выискивать еще больше и больше линий этих граней. Возможно, вначале мы их с вами не увидели. Это ничего страшного.
по мере того, как наш глаз осваивается с тем, что он видит, он замечает все больше и больше деталей. Поэтому как только мы видим что-то новое, предлагаю отмечать у себя на работе карандашом и уже затем работать с цветом. С BR34 мы пока закончили. И следующий оттенок, который мы видим, он такой нежно-розовый. Я бы сказала, что-то между розовым и персиковым. В этом нам поможет оттенок R35. Переношу его опять на палитру. И начинаем опять рассматривать наш референс. Где мы видим вот такой вот оттенок, самый светлый? Видим вот в этой области, вот в этой области. Смотрите, здесь не обязательно вот так вот брать и каждый вот такой вот участочек помечать. Можно делать это более общей формой, то есть объединять кусочки, которые мы видим, одним оттенком, а уже вот эти вот вкрапления более темные мы с вами нанесем поверх другими оттенками, что существенно сократит нам время. Следующий оттенок, который мы с вами будем использовать, это R103. Здесь уже мы его вот так вот аккуратненько вливаем в зоны, в которые нам, как кажется, мы видим. Дальше я предлагаю перейти сразу к темным оттенкам. Зачем нам это нужно? Затем, что наш глаз увидит более полную картину, когда мы ведем здесь контраст. И тогда между самыми светлыми и самыми темными оттенками мы увидим, какие нужно использовать промежуточные. Где у нас темные оттенки? Это вот эта вот масса, да? Смотрите, можно прищурить глаз, и тогда у нас наш турмалин распадется сразу на две области: самую темную и самую светлую. Что мы будем использовать из самых темных оттенков? Предлагаю начать с самого темного, который видит наш глаз, оттенка R30. Уже немножко нашему глазу стало полегче. Предлагаю нанести следующий темный оттенок, который мы видим на нашем изображении. Это B122. Смотрите, когда я накладываю один оттенок на другой, то у нас появляется совершенно новый, третий. Здесь нам это на руку, поэтому можно темно-бордовый R30 немножко поперекрывать B122, создав здесь более интересную игру цвета. Мы с вами наметили основную темную массу, и дальше уже можно приступать к промежуточным оттенкам. Следующий оттенок, который мы с вами используем в нашем турмалине, это V103. Мы прищуриваемся
и сравниваем наш референс с тем, что у нас уже есть. В целом должно быть разбивка на темное и светлое. И также наш глаз должен уловить, каких промежуточных оттенков у нас еще с вами не хватает. Мы видим, что здесь изображение более сложное, более богатое. У нас пока есть некая незавершенность. Поэтому я предлагаю перейти к следующему оттенку, который бы сделал палитру нашего кольца более богатой. И это оттенок V101. Единственное, что мне кажется, не хватает еще связующего светлого оттенка. И для этого я возьму R34. И начинаю объединять зоны, которые, как мне кажется, недостаточно проработаны светлым оттенком. Не боимся закрасить сильно белые области, потому что потом мы с вами пройдемся еще белым карандашом и подвыбелим то, что нечаянно, как нам кажется, мы с вами закрыли. Еще раз прищуриваемся и пытаемся понять, какие места мы еще с вами можем улучшить. В некоторых областях я вижу синие рефлексы отражения. Мы тоже можем добавить их на наше изображение, тем самым придав такую некую изюминку. И поэтому сейчас я возьму B92, такой достаточно синий, ярко-синий оттенок, и введу места, в которые, мне кажется, он имеется. Вот здесь можно каплю сделать, вот тут немножко ввести, вот здесь у нас такой какой-то как грязный такой участочек. И вот сюда. Достаточно. И далее еще я вижу более темные элементы на нашем кольце. Здесь уже нет смысла уходить именно в цветовой палитре, в оттенок глубже, а уже можно воспользоваться серыми, темными, чтобы просто подчеркнуть темноту определенных участков камней. И начну я с самого темного из Cool Grey. Это Cool Grey 2. Введу его в те элементы, которые мне кажутся наиболее темными здесь. Тут мы уже работаем аккуратненько, потому что маркер достаточно темный. Нам его уже не удастся ничем с вами перекрыть, поэтому работаем аккуратно и точно. Все, мы с вами закончили с турмалином, именно в работе в цвете. Еще немножко мы с вами добавим штрихов белым карандашом. Это сделает изображение более реалистичным. Итак, берем белый карандаш и начинаем высветлять зоны, которые, как нам кажутся, намного светлее. Мы с вами закончили работу с камнем. И теперь мы переходим к белому золоту с бриллиантами. Начать я предлагаю с оттенка Cool Grey 6. И мы с вами начинаем работать над вот этими вот держателями. Все зависит от того, насколько
Точно, мы будем передавать в цвете то, что мы видим. Здесь, вот прям как мы видим, да, идет у нас рисунок. Так мы с ним и работаем. Бывает такое, что вы, например, залезли за черту нашего контура. Здесь нет никакой катастрофы, если это прям не самый темный оттенок. Мы можем взять с вами блендер. Это BL нулевой цвет. И вот так вот прекрасно убрать там, где мы с вами зашли за линию. Дальше мы с вами переходим к непосредственно самому колечку. Здесь не нужно вырисовывать каждый бриллиантик. Опять мы с вами прищуриваемся и смотрим именно на сами пятна. И пытаемся передать все это на бумаге. То есть вот так вот мы работаем текстурой. Видим, да, что у нас тут какие-то пятнышки. И буквально вот так же прям переносим их на бумагу. В первом этапе это кажется немножко по-детски. Но когда мы с вами будем вводить следующие оттенки, рисунок начнет приобретать более точные формы. Здесь пока мы с вами мыслим пятнами. То же самое повторяем на этой стороне. Приступаем к самому металлу, к изнаночной стороне. Просто вот так вот покрываем вот эту вот часть, вот эту. Мы потом воссоздадим на ней более точные линии. Но для первого этапа нам достаточно с вами будет просто вот так вот воспроизвести тон. Вот в этом месте можно себе помочь блендером, растушевать область, чтобы у нас был плавный градиент. Следующий оттенок у нас увеличивается на тон, и это Cool Grey 5. Опять я начинаю с наших держателей и плавно потом спущусь ниже. Более точно работаем с формой, поскольку мы ее уточняем. То есть тут у нас получается как бы пятна в пятнах. Внимательно смотрим на их характер на референсе. И воссоздаем изображение у себя на рисунке. Переходим к части самого кольца. Нам нужно быть гораздо более точными уже. Видим, да, что у нас тут какие-то полосы на изображении. Затем пытаемся передать вот эту вот инкрустацию бриллиантами. Видим, что она идет у нас по рядам. То есть сначала мы делаем один ряд, затем мы делаем с вами другой ряд. Вот такими вот тоже буквально пятнышками. Не нужно здесь стараться тоже передать прям каждый камушек. Мы вот так вот достаточно быстро проходимся. Вот смотрите, здесь уже можно задать форму. То есть у нас камушки, да, которые мы видим, они у нас не имеют вот так вот, они у нас не идут в прямой линии. Они у нас выделяются. То есть здесь контур у нас неровный, а вот такой вот ребристый.
Поэтому этим же оттенком можно тут подчеркнуть вот эту вот самую неровность. А внизу у нас тут абсолютно ровная идет. Поэтому мы это тоже показываем. Так. Так вот мы создаем камушки наши, блеск. Пока они у нас тоже еще недостаточно блестят, поскольку мы не ввели самые темные оттенки. Вот когда мы введем самый последний темный, тогда у нас тут просто все будет вау. Вот у нас тоже ребристая поверхность из-за бриллиантиков. И мы это тоже стараемся с вами показать. Внизу она тоже ребристая. Так, вот сначала можно выделить себе контур, а потом уже внутри поймать какой-то определенный ритм, да, как у нас идут эти камушки, и уже воспроизвести вот здесь вот у нас на бумаге. Здесь у нас вообще вот такими вот какими-то, да, рядами они идут, наслаиваясь один на другой. Вот можно вот отсюда взять, потом к нему присоединяется следующий ряд, следующий ряд, следующий, следующий. Можно выделить одной тонкой линией пока нижний контур. Так вот пока его оставить. И переходим с вами вот к этой части кольца. Так, что тут у нас? Здесь у нас тоже воссоздаем вот эту вот ребристую поверхность. Показываем красивую форму. Опять же повторю, что мы пытаемся поймать какой-то определенный ритм. Он всегда присутствует в ювелирных изделиях. И уже по нему мы двигаемся. Так. Вот здесь прям четкий ритм виден. То есть, видите, вот именно как-то вот они идут вот так вот рядами. И тоже пытаемся этот ритм воссоздать. Вот отсюда у нас тоже идет ребристая поверхность. Мы ее с вами показываем. И заполняем вот эти вот промежутки. Так, дальше мы переходим вот сюда. Как бы вливаем с вами Cool Grey 5 в Cool Grey 6. Тоже внимательно смотрим на характер линий, которые у нас тут присутствуют. И все это воспроизводим. Дальше уже можно абсолютно спокойно переходить к Cool Grey 2 и воссоздавать самые-самые темные участки. Я работаю вот так вот точечно, маленькими-маленькими точечками. Я вот так вот воссоздаю самые темные моменты, которые я вижу. Если линии делать жирными, то получится не очень красиво. И поэтому я сразу предупреждаю, что если пока у вас тонких линий не получается, то лучше этот этап сделать просто черным карандашом, потому что он имеет более тонкую линию. Мы с вами будем тут еще делать тоже черным карандашом, но пока вот эти вот основные какие-то темные моменты, вот, например, вот здесь пятнышко, да, вот здесь можно обозначить пока вот этим маркером. Но более тонкие линии, еще раз повторюсь, мы с вами еще раз пройдемся черным карандашом. Сделаем их прям очень ювелирно тонкими, чтобы работа у нас смотрелась деликатно. А вот эти вот темные жирные линии мы можем вот так вот аккуратно воспроизвести точками.
Но в любом случае мой вам совет максимально, насколько это возможно, работать маркером. Потому что как только мы вводим какие-то дополнительные материалы, типа карандашей, это может все смотреться очень грубо и даже испортить работу. Поэтому я всегда максимально стараюсь все, что могу, делать самим маркером. Тогда работа будет наиболее цельной. Вот здесь я немножко пережирнила, но потом вам тоже покажу, как можно исправить с помощью белой ручки те места, с которыми мы немножко перетемнили. Но все равно увлекаться не стоит в ошибках, чтобы это не смотрелось как-то грубо. Все, продолжаем делать с вами все темные пятна, которые мы видим по максимуму. Сначала я вот так вот вношу пару точек на сами камушки, на контур. Вот здесь вот особо у нас это видно, да, как они прямо складываются. Опять я делаю все очень точечно, очень деликатно. Не просто одним жирным контуром, а вот такими вот маленькими, аккуратными точечками. Здесь вот тоже можно задать определенный ритм того, как у нас располагаются камни. Опять же, повторюсь, мы это все потом облагородим карандашом. Тоже используем ритм, пытаемся его уловить, как у нас тут эти бриллиантовые ряды идут. Сначала также начинаем с контуров. И потом занимаемся внутренностями. Еще пока у нас не хватает с вами связующего какого-то оттенка между самым темным и Cool Grey 5. Был у нас тут самый такой оттенок, тоже темный. Ну вот уже наша работа с вами близится к завершению. Уже тут становится нам понятно, что происходит. Поэтому вот так вот аккуратненько мы с вами доделываем точечками то, что видим. И потом покажу, как связать нам все воедино и закончить работу. Вот здесь буквально мы пару линий черных добавляем. Нам не хватает связующего элемента между Cool Grey 5 и Cool Grey 2. Я думаю, что можно взять Cool Grey 4. Так, что мы им делаем? Мы те моменты, которые нам кажутся переходными, то есть как бы мы связываем наш самый темный оттенок с тем, что уже имеем. Буквально вот пару точечек, которые объединят нам все элементы. Вот я вижу здесь какой-то вот такой вот ритм. Так, и еще у нас вот в этой области осталось поработать. Да, наверное, это будет последний серый. Не вижу смысла тут еще больше что-то перетемнять.
здесь можно еще завернуть, вот здесь влить в эту линию и влить вот в эту линию. Дальше мы с вами переходим к уточнению еще более детальному, чтобы получить прям фотореалистичный эффект. Для этого я использую карандаш черный. И уже линии, которые мы видим прям самыми черными и самыми тонкими, мы нашим карандашиком уже сможем их более точно воспроизвести. И теперь мы с вами берем белую гелевую ручку и прорабатываем все элементы, которые мы видим. Это блики, которых нам не хватает в данной работе, чтобы у нас все окончательно заблестело. То есть смотрите, где-то я работаю точками, опять абстрактно, где-то я работаю вот такими вот линиями. Воспроизвожу все, что, как мне кажется, утеряно именно в белой части. Так, вот здесь вот смотрите, тоже можно пару вот таких вот полосочек сделать. Довольно много вот таких вот белых отблесков. Вот именно вот так вот точками мы работаем. Воспроизводим их. Тогда у нас работа засверкает. Итак, друзья, мы уже находимся с вами на заключительном этапе. Сейчас нам еще осталось буквально сделать пару моментиков, чтобы наше изображение было законченным. Что я могу вам сказать? Вот в этой части у нас кольца имеются отражения от нашего турмалина. И поэтому я беру V103. И буквально вот такими вот маленькими штришками я показываю, что тут у нас есть отражение. Еще можно чуть-чуть подвыбелить вот эти вот моменты. Они у нас немножко съехали. И думаю, что можно на этом будет уже заканчивать. Все, друзья, я поздравляю! Мы с вами нарисовали прекрасное колечко из белого золота и турмалина. Я желаю всем приятной практики. И я с вами прощаюсь. Всего доброго, друзья! Thank you.